Популярное явление наших дней под названием «Handmade Market» на этот раз трансформировалось под формат встречи подруг по соцсетям. Содержание привычных нам маркетов было абсолютно традиционно, а вот аудитория ограничилась только мамами и детьми. На самом деле к нам приходят не только мамочки в декрете, но уже и те, у кого детки достаточно взрослые, и даже те, кто только хочет завести ребеночка. По содержанию ярмарка так или иначе связана с детьми. Игрушки, посуда, сладости, одежда – все это выпущено под знаком «Handmade», а значит, несет в себе идею эксклюзивности. Я думаю, что футболки подходят для, естественно, для мальчиков на дни рождения, на, не знаю, там, на праздники в детские сады, на всевозможные выходные мероприятия в город. Они нарядные, они простые в носке. Я сегодня являюсь гостем на выставке. Я очень рада, что в нашем городе получают развитие данные мероприятия. Ведь это площадка взаимных интересов. С одной стороны, это креативные, талантливые люди, которые проявляют свое творчество и воплощают свои идеи, превращают их в бизнес. А с другой стороны, это люди, которые любят и ценят ручную работу, хендмейд, любят приобретать вещи в единственном экземпляре, а также посещая данные мероприятия, делают для себя выводы и, возможно, в дальнейшем сами занимаются творчеством в том или ином направлении. За этот год слет мам проводится уже в 10-й раз. И в каком бы формате он ни проходил, с каждым разом единомышленников становится все больше. Программа этого события весьма разнообразна. От детских игр с аниматорами и лекций врачей многопрофильного центра до сеанса у мастера татуировки. А вы знаете, у нас очень много мам, которые у нас модные, современные, и очень много желающих действительно на самом деле сделать себе татуировки, особенно имена своих детей. И то есть, ну, мы подумали и решили, что это будет уникальная такая возможность, когда действительно мама без мужа втайне может прийти, быстренько себе здесь что-нибудь сделать и уйти счастливая, довольная и с татуировкой. Ну а раз мама довольна, то и дети должны быть счастливы. Чем удивят в очередной раз участницы слета мам, остается только догадываться. А способны они, судя по всему, на многое.